Привет, друзья. Сегодня у нас 27. Погодка. Синички вон они. Видите? Домичит. Короче, вот так. Завтра будет где-то 30. Ой, куда? Ой, зачем? Сегодня, кстати, суббота. 21 января. Солнце светит. День чудесный. Лесенку почистили. Молодцы. Я как это, знаешь, Елена Летучая, да? Как Елена Летучая. Айндардай. Айндардандай. Да, девочки, мальчики? Ой, машинки. Скальдишинки. Ой. Ладно, что-нибудь потом сниму еще. Мальчики, холодно. Это вообще холодно, холодно и холодно. Короче говоря, что хочу сказать. Холодно, ужас. Ну ничего, вот тут вот это, как овощехранилище. Да, это тут овощехранилище находится. Да. И я, моя тень. Чё вот так вот. Идём мы с пятачком. Короче, сам с собой иду. Тут тоже пыль. Вот так вот. Руки мёрзнут, ну ничего. Сходил за ним. Да, девочки, мальчики, да? Короче, вот так вот. И чё это такое? Уси-пуси. Вот это у нас поликлиника, девочки. Садик. Смотрите, девочки, мальчики, собачка какая. Не, ну на другую сторону пошла, девочки, мальчики. Вот у нас уже вечер. Вечерок. Вон там наш колизей. Холодно на улице. Я днём-то выходил. Холодно. Ребят. Моя любимая орхидейка. Смотрите, какая красавица. Этого. Ну чё, так. А я в темноте пью кофе. Темнота, правда. Темнота. Свет включи. И будет светлота. Девочки, мальчики, как-то так. Ладно, что-нибудь еще потом сниму. Я купил сегодня вот такие помидоры. Красная цена 78 рублей. Такие вот. Там были по 99, но я купил подешевле. Купил я вот для кошки. Вот такая вот. 20 рублей стоит. А вот это вот. Это вот 19. Ну, читайте. Тут-то 2, тут-то 2. Купил капусту. Вот такую. Капусту купил, ну, как я им посолить. Итого я отдал вот за вот это все 200 рублей. Да, 200 рублей. Так что вот такие покупочки у меня сегодня. А сегодня, кстати, воскресенье. Вышло. За мани. Пошла нюхать. Да, сейчас прыгнет туда и будет. Она королева. Типа того все, королева. Королева, мать. Да, вот так вот у ней происходит покупочки, обнюх. Надо попробовать, вкусные или нет. Ну вот я такие вот купил, вкусные такие. Короче, будем кушать. Я так не гулял, конечно, сегодня. Не пошел. Ну, вышел в магазин, холодно. Блин, лицо прям так и ветром прям обдают. Вот ужас.
Попробуем вот такие потом, да, сегодня попробуем. Могу эти помидорочки. Так что. Ну, капусту посолим потом, в следующий раз. Я не знаю, завтра, может быть, да. Ножиком построгаем. Все. Так что я тут кошечку покормим, конечно. Маня вот такие любит. Да. Все, ладно, девочки, мальчики. До новых встреч в других роликах.